Их подвиги не забыты. В Самаре почтили память погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Борясь с преступностью, сотрудники ОВД ежедневно подвергают риску своей жизни. К сожалению, не обходится без потерь. Со дня образования самарского главка при исполнении служебного долга погибли 328 сотрудников. Абсолютно уверен, что всех погибших помнят. О них никто никогда не забудет. Порядок заведен такой прежде всего. Помимо тех общих мероприятий, которые в ГУВД проводятся, каждая служба, представителями которой являлись наши погибшие товарищи, она осуществляет, как можно сказать, кураторство, оказывает помощь, помогает тем, кому это необходимо. Сегодня вспоминают милиционеров, погибших в страшном пожаре в здании областного ГУВД. В памятном возложении цветов приняла участие глава города Елена Лапушкина. Напомним, пожар начался вечером 10 февраля 1999 года. В огненной засаде погибли 57 сотрудников. Около 200 получили серьезные ожоги и травмы. У мемориала и часовни в честь князя Александра Невского, которая построена на месте сгоревшего здания, каждый год 10 февраля собираются родные, близкие и друзья погибших. Полковник в отставке Александр Капункин, в то время начальник отдела по раскрытию убийств, был участником тех страшных событий. Все были коллеги, все знакомые, со всеми бок о бок работали, поэтому вдвойне сложнее, тяжелее помнить это все. Не забывают и о семьях погибших героев. Им оказывается помощь от сослуживцев. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.